Всем привет, друзья! Следующая гонка, следующая трасса Финкросс. Есть и главная трасса, есть и обратная трасса. 64% асфальта, 36% гравия. И давайте начинать гонку по главной трассе. Загружается гонка по главной трассе. Я участвую на автомобиле класса B. Автомобиль у меня называется в этой игре 3 Star. Уже много трасс я прошел, но еще очень много трасс в этой игре. И я хочу каждую трассу хоть по разу уже пройти до остальной карьеры. Ознакомиться с ними, так сказать. Сейчас какая-то жесть происходит, и у меня уже передок сильно разбит. И задняя часть. Жесть продолжается. Жесткая трасса, много есть возможности соперников выбить, либо же можно самому вылететь, либо же чтобы соперник хорошенько догнал и врезал. Короче, нехилая такая карта. Было бы прикольно, если бы соперники дали тебе нормально покатать, погонять, но они этого не дадут. Эта игра и в принципе создана для того, чтобы было множество аварий и жестких событий. Разворачиваем соперника и идем на пятом месте. Входим в поворот с таким хорошим заносом. Идет у нас уже третий круг, к слову. Хорошо, что на этой трассе только главная трасса и обратная трасса, что нету укороченных никаких трасс. Видим, что ряд машин уже разбитых в хлам, которые не могут продолжать гонку. И идет уже финишная прямая, где пытаются нас ударить, обогнать, но завершаем эту гонку. На четвертом месте мы завершаем ее. И продолжаем. Сколько мы зарабатываем? 1490 кредитов. До новых выпусков. Пока.